меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Плохой начинай! С хорошей или с плохой? Плохая новость заключается в том, что вам сейчас придется потратить очень много сил и энергии. Поднять руки как можно высоко. Готовить свои ноги для того, чтобы прыгать. А хорошая новость — это то, что... Тебе так важен счет моей карты и авторитет. Я все это понимаю, но у тебя нема, привет. Что ты думаешься, но нужно узнать время. Я просто слышу хитры, а зачем ты мне? И пускай я все равно, я с тобой не все равно. Все решено наперед, я знаю исход. Ведь ты моя сердцеедка, сердцеедка. Поднимет свои руки максимально высоко вверх и будет прыгать вместе с вами на счет три. Раз, два.